ребята, с вами я, Владрика. В прошлом ролике мне рассказал об озвучке Рикошети. Сегодня я расскажу его историю, об его происхождении и как его все ненавидят, и как мы его полюбили. Присаживайтесь поудобнее и слушайте внимательно. Погнали. Который был создан для военных целей, был создан для служб, которые могли помочь Америке. Его прозвали Рикошетом, его вооружили пушками и патронами, и надежным броней. Но он решил отказаться об этом и сбежал, перебив охрану. Организаторы обнаружили его в пустошах, как он пытался найти убежище. Его перехватили и доставили в арену Brawl Stars. Рикошет давал сопротивление, но это ничего не дало. Его доставили в неизвестное место, которое он не знал. Организаторы предложили ему стать бравлером в арене Brawl Stars. Рикошет подумал об этом, и это было бы заманчиво, он думал. Рикошет решил приступить к делу быстро. Организаторы дали ему задание помочь всем бравлерам, и это он начинал выполнять. Он помог всем бравлерам, Спайку, Пайпер и Барли, и другим бравлерам. Барли он помог строить бар. И он задумчиво уже начинал отношения с Пайпер. Рикошет начал изменяться слишком сильно. Он решил изменить свой костюм и помог еще раз Спайку. Спайку хотелось быть как Рикошет. Он думал, как сделать костюм, как он похож на него. Он взял бандану и шляпу, и он был похож на него почти. И началась награда за Рикошета. И Спайк был потревожен и начал рвать все вывески его происхождения и где он находится. И организаторы узнали это. И решили избавиться от него с помощью Рика. И Рика был братом Барли. Началась конкуренция, которая была победой для Рика. Но Рикошет не собирался сдаваться и начал идти. Но оказалось, что Рика был лучше, чем Рикошет. Но конкуренция и вражда еще не окончена. Началась вечеринка в честь Рика, которой все радовались, кроме Рикошета. Никто его не пригласил, потому что Рикошет был занят другим делом. Рикошет думал, как убить Рика, но он думал и боялся, что все от него отвернутся. Он принял решение избавиться от всех роботов, но Спайк, его старый друг, и Пайпер, они могут отвернуться. Если он это сделает, обратного пути не будет. Рикошет сделал выбор. Убить их всех. Рикошет ждал хорошего момента, когда вечеринка закончится. I do not come in peace. Ready for battle. Sadness. Did you do that? Sorry. No.